Друзья, пока я тут на даче снимаю обзоры с распаковками, вы посмотрите на эту картину. Картина маслом. Алиса нашла себе новое место, новую лежанку. Как принцесса на горошине, да, Алис? Прям вот реально из мультика «Принцесса на горошине». Алиска. Кто тут хулиганит, а? Кто хулиганит? Никто не хулиганит. Алиска просто лежит на подушках. На теплых, мягких подушках. Вот такая кися. Кися приехала на дачу, чтобы тоже отдохнуть. Не все вам грядки копать, да, скажи? А? Королевишна. Алиса, ну ты ж любишь сниматься. Что ты прячешь эти милые глазки? А? Масик. Не хочет сниматься. В общем, вот такая картина у нас. Маленькая принцесса есть на горошине. Смотрите, друзья, у меня все замерзло. Свиньи все замерзли. Все-все-все замерзли. А питонии цветут. Как будто и не было -5. Не было мороза. Все спокойно цветет. Вот ведь живучие цветы. Потихонечку освобождаем грядки, выкапываем все ненужное. Вот уже немножко просветление и чистая земля. Прям чувствуется, осень приходит. Точнее, уже пришла. В общем, копаем. Ох, товарищи, нас с вами ждет большая распаковка. Как понимаете, коробка просто гигантская. Заказала я себе, никогда у них не заказывала, не у Beauty Box. Заказала коробочку с корейскими масками и еще две коробочки лимитированные. Скоро с вами будем распаковывать. Наверное, как-нибудь тоже во влоге распакуем всю коробочку полностью, а потом я сделаю обзорчик на каждую. Алиса тут как тут. Надо же посмотреть, что здесь такое. Что такое распаковывают, а меня не позвали, да? Алис. В общем, да, наверное, так и сделаем. Распакую во влоге целиком коробку большую, вот эту, а потом сделаем обзорчик на каждую маленькую коробочку. Куда ты лезешь? Куда? Иди отсюда. Пришла с работы с кучей покупок. И сейчас буду их сканировать. Не забываем, кто сканирует, собирать чеки для того, чтобы в дальнейшем можно было просканировать продукты специальным устройством. И, кстати, раз уж такое дело, да, я теперь работаю и зарабатываю, взяла вот такой вот десерт. Давно мечтала его попробовать. Взяла клубничный и шоколадный на пробу. Потом расскажу в следующем влоге или через влог, как вообще понравилось или нет, вкусно было или нет. Вот такие у меня огромные покупки. Здесь мясо, 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 котлеты, котлеты, мясо, мясо, мясо. В общем, запас. Знаете, кто такой Момо? Момо — производитель джинсов. Вот так вот. Правда, уже запоздалая шутка, но все что-то пестрит YouTube этим глобальным вопросом, что такое Момо или кто такой Момо. Так вот, оказывается, это производитель джинс. Так вот. Итак, друзья, хотела показать вам вкусняшки, которые я купила для Алиски. Покупала в два захода.
Так как у нас, в принципе, еще остались с первого, с предыдущих покупок. Взяла, ну, цены, как вы видите, они здесь проставлены, поэтому говорить и показывать чек не буду. Чек я уже выкинула. Вот, в общем, цены все видно. Взяла вот такой вот, это у нас... говяжьи, по-моему, говяжье легкое, по-моему, называется как-то так. Лакомство, тра-та-там, вот. Да, говяжье легкое. В общем, ей просто нравится эта штука, она вкусная, она любит ее и расходится на ура. Конечно, надо не забывать, что это все-таки вкусняшка, деликатес, поэтому давать только, ну, там, по чуть-чуть, по несколько штучек. Взяла, ну, они, видите, немножко разные. Это более темная, более светлая. Вот, может быть, здесь больше крови, не знаю. В общем, здесь меньше, не знаю, в чем разница. В общем, выбрала две такие упаковочки, пока они по сниженной цене, так они у нас еще дороже. Вот, поэтому пока по сниженной цене взяла две. Может быть, возьму еще с зарплаты. Посмотрим. В следующем месяце, может быть, если цена не возрастет, то можно еще взять. Чем хорошо? Ну, для тех, у кого кошки, да? Хорошо тем, что чистит зубы и вроде как удаляет запах изо рта. Ну, если вдруг есть с этим проблемы. Вот. И, в принципе, хорошо, благотворно влияет на пищеварение. Вот. Ну, это... из того, что написано, да, на упаковке, и из того, что я заметила в плане использования. Ну вот, тут способствует удалению налета, легко усвояется, натуральный, вот, зубов и укрепление десен, ну, потому что нужно жевать его. Вот, в принципе, она у нас так сушку жрет, как, не знаю, как пылесос, поэтому у нее с челюстями все в порядке. Ну вот, в общем, взяла такую вкуснятину. Взяла попробовать ей вот такой мармелад. Она вообще его жрать не стала. В общем-то, пришлось, можно сказать, выкинуть. Одна штучка, да, 25 рублей со вкусом курицы. Она даже нюхать не стала. В общем, пришлось, ну, не выбросить, а отдать дворовым кошкам. В общем. Так что моя кошка-выпендрёшка, она, видите, не все подряд ест. Вот, взяла дримис с сыром. У нас еще запас Феликса, вот таких вот вкусняшек маленьких. Ну, много еще, короче, их где-то упаковок 6, наверное. Вот, но с сыром не было, поэтому взяла ей полакомиться. В принципе, мне нравятся вот эти дримис. Они вообще очень быстро расходятся. Видно, очень вкусные. Она их очень быстро съедает. И вот вискас тоже такие, знаете, розовые пакетики. Новинка появилась у вискаса. Так, взяла два вот таких вот пакетика. Мнямс мы уже пробовали. В принципе, нам нравится. Взяла новинки «Здоровье и красота» и «Выведение шерсти». Вот, мы с ней пробовали обычные какие-то классические и для укрепления зубов, опять же. Вот, собственно, цена, пока они не такие уж дорогие, взяла две штучки. С омега-3 жирной кислоты и комплекс натуральных растительных волокон. Тоже, как бы, ну, советовать не могу советовать, потому что это все-таки не лекарственные, да, препараты, а это всякие вкуснятинки. Вот. Но Алиска у меня любит сушку, любит все, что хрустит. Поэтому я ей подушечки всякие покупаю. С начинками, без начинок, какие-то вот такие маленькие вкусняшечки. И она просто безумно обожает копченые колбаски. Поэтому я взяла сразу 4 упаковки. Это новинка.
у нас в магазине. Магазин я, как обычно, как правило, посещаю «Четыре лапы». Вот у меня там скидочная карта. И, в принципе, меня это вполне устраивает, потому что цены почти везде одинаковые, а со скидочной картой получается все-таки чуть-чуть, но дешевле. Итак, цену вы видите, 109 рублей, и они разные. Значит, что тут у нас? Ягненок, курица, говядина и утка. Она просто обожает эти колбаски. И вот зашуршишь пакетиком, все, она тут как тут. Вот, поэтому, ну, обычно как я шуршу пакетиком, то есть если, допустим, мы едем на дачу, да, и она, допустим, не слюнявится ни разу, то по приезду обязательно какое-нибудь лакомство или колбаску, или несколько вот таких сухих подушечек, чтобы она, ну, знала, что она себя хорошо вела, вроде того. Вот. Ну, или там, например, если не драла мебель за целый день. Ну, в общем, такие какие-то моменты. Поощряя ее любым возможным способом. Вот. И еще взяла витаминки. Стоили... Сколько тут написано? А, вот. 63 рубля 74 копейки. Здесь разные. Соответственно, зеленые — это кошачья мята. Вот эти сердечки с лососем розовые, потом желтые сердечки, по-моему, с курицей. И еще вот эти белые. Это, по-моему, для выведения шерсти, что ли. В общем, какие-то витамины. Они комплексные, можно давать по штучке, можно по несколько штучек. Вот. Таким нам очень нравится. Я их беру уже не первый раз. И если увидите вот такие наборные, они есть и по 150, по 124. Там как бы зависит от веса, от количества. То вот такие очень советую. Если у вас есть кошка, то кошка, кот, вот такие витамины очень советую. Гораздо более качественные, чем... Извиняюсь, чем... Та же омега-3 в коробке, которую я вам показывала в пустых банках. Вот, так что вот такие у меня покупки для Алиски. Единственное, что не понравилось, это вот такой мармелад. Конечно, на любителя. Ну, в смысле, на любителя, если кошка любит какие-то такие резиновые штуки. Вот, моя Алиска не стала. Поэтому отдала дворовым кошкам. Вот, остальное, в принципе, все наше любимое, поэтому вот такой наборчик. И по времени это все, наверное, где-то чуть больше полугода. То есть вот полгода, и надо снова покупать. Вот, возможно, что колбаски, они будут подольше. Вот тут вот есть срок годности. Это дата изготовления. А срок годности у нас вот 18 месяцев. Соответственно, сами понимаете, сколько это, где-то полтора года. Ну, в принципе, они потому, наверное, со скидкой и были, что уже подходит к концу этот срок годности. Но они герметично запакованы, поэтому... С этим проблем не будет. Вот. Такая вкуснятина, в общем. Такая классная покупка для Алиски. Она уже бегает рядом и ждет, не дождется, когда мы наконец начнем что-нибудь распаковывать. Так что пойдем что-нибудь распаковывать. Я хотела вам показать. Лето закончилось, а у меня выросла белая эта самая редиска. И морковка, которую я не сажала. Представляете? Вот такие. Вон какая огромная редисятина. Размером, не знаю, с ладошку, наверное. С половины ладошки точно. В общем, такой у меня урожай. Сейчас салатик делаю, думаю, добавить свою редиску тоже. И это у меня второй заход. Я сеяла повторно семена где-то
в конце июля, наверное. То есть вот она у меня вот такая крупненькая выросла. Спалец. Да. Красота. Так, это мой ужин на сегодня. Говяжья котлетка и салатик, заправленный сметаной. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых влогов. Точнее, прощаюсь до следующего влога. На сегодня уже достаточно. Получился длинный. Так что увидимся. Всем приятного аппетита. И спокойной ночи, потому что у меня ужин. Пока-пока.